Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы познакомимся с интересным проектом от энтузиаста из Санкт-Петербурга, который решил превратить обычный УАЗ-патриот в настоящего немца – легендарный Mercedes-Benz Gelandewagen. Отметим, что это не просто стандартная модификация машины, а смелый эксперимент, в котором российская модель преображается до неузнаваемости. Автор проекта проделал большую работу, добавив в базовый автомобиль уникальные элементы, но при этом сохранив дух своего внедорожника. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. Все началось с того, что герой нашего рассказа решил, что ему нужен стильный, но при этом мощный и проходимый автомобиль. Mercedes-Benz Gelandewagen с его узнаваемыми угловатыми формами и высоким статусом был в списке желаемых авто, но цена этого немецкого внедорожника оказалась неподъемной. Поэтому энтузиаст принял решение создать свой собственный гелик, используя для этого более доступный УАЗ-Патриот. Патриот, который был куплен в 2021 году, находился в хорошем состоянии, но, по мнению владельца, нуждался в серьезной модернизации, чтобы соответствовать его видению идеального внедорожника. Но почему именно УАЗ-Патриот? Энтузиаст хотел создать автомобиль, который подходил бы для жизни в деревне, был практичным и надежным, но при этом обладал элементами стиля и статуса, присущими дорогим зарубежным моделям. Патриот предоставлял отличную базу для такого эксперимента, ведь этот российский внедорожник изначально обладает достойными внедорожными качествами и возможностями для тюнинга. Задачей проекта было создание уникального автомобиля, который не только выглядел бы как Gelandewagen, но и сохранял все преимущества УАЗа – его проходимость, выносливость и доступность. Один из ключевых моментов – стремление выделиться на дороге, что и отразилось в необычных дизайнерских решениях. Основной акцент был сделан на визуальном сходстве с немецким геликом. Внешний облик машины претерпел значительные изменения. Владелец установил свесы, аналогичные тем, что используется на Mercedes-Benz Gelandewagen, и расширители колесных арок, которые придали автомобилю более внушительный и угловатый вид. При этом наружные дверные ручки мастер заменил на электрические. Также были переработаны линии бокового остекления, что добавило еще больше сходства с геликом. Диффузоры переднего бампера были дополнены ходовыми огнями, а вот оригинальные квадратные фары энтузиаст решил оставить. Он нашел их вполне подходящими для своей концепции. Завершающим этапом работ над внешним видом стала установка новой решетки радиатора с фирменным значком немецкого автопроизводителя, что окончательно придало автомобилю узнаваемый облик Gelandewagen. О технической стороне проекта известно немного. Вероятнее всего, большая часть механических компонентов автомобиля осталась родной. Другими словами, под капотом находится бензиновый двигатель объемом 2,6 литра с отдачей 148 лошадиных сил, который является стандартным для Патриота. Этот силовой агрегат обеспечивает достойные для внедорожника показатели мощности, сохраняя при этом относительную простоту обслуживания. Кроме того, машина оснащена механической коробкой передач и задним приводом. Владелец пока не планировал замену двигателя или трансмиссии на немецкие аналоги, что было бы слишком дорого. Однако модификация внешности и интерьерных элементов позволила сделать машину уникальной даже без серьезных вложений в техническую часть. Хотя интерьер автомобиля не претерпел столь же радикальных изменений, как его внешний вид, некоторые доработки все же были сделаны. Основное внимание мастер уделил улучшению комфорта. К примеру, водительское кресло он отодвинул от двери на 5 см, чтобы создать больше пространства внутри автомобиля. В дальнейшем владелец планирует доработать салон, но это пока не является первоочередной задачей. В итоге перед нами УАЗ-Патриот, который прошел серьезную модернизацию и действительно стал похож на легендарный Mercedes-Benz Gelandewagen. Сочетание двух культур, российской и немецкой, позволило создать уникальный автомобиль, который не только впечатляет своим внешним видом, но и демонстрирует хорошую функциональность. Яркий желтый цвет кузова привлекает внимание на дороге, делая этот внедорожник по-настоящему выделяющимся в потоке других машин. Отметим, что владелец не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он планирует продолжить доработку салона, сделав его более комфортным и функциональным. Также рассматривается возможность внесения изменений в техническую часть автомобиля, хотя конкретных целей энтузиаст пока что не озвучил. Таким образом, проект по превращению УАЗа Патриот в Gelandewagen стал ярким примером того, как можно креативно и с минимальными затратами воплотить свою мечту в реальность. Уникальный, яркий внешний вид и практичность – вот что отличает этот автомобиль на дорогах. А что вы думаете об этом проекте? Какие еще изменения, по вашему мнению, стоит внести в данный автомобиль? Делитесь своими идеями и мнениями в комментариях.
И если вам понравился наш контент, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А пока что на этом все. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч!